Всем привет! Зацвела у меня вот такая вот котлейка. Сейчас я, чтобы не ломать язык, покажу. Ну и видео будет, конечно, подписано. Гуарианте. Дарвингиана. Бывшая, по-моему, котлея, да? Поэтому я в скобочках написала. Интересно, что тут один. Я, наверное, ее делила, что ли? Ну вот. Как-то я не подготовилась. Ну ладно. А перед этим было видео вот об этой вот котлейке. Они все от одного хозяина. 27 числа будет, по-моему, год, как я их забрала. Вот, кстати, вот видите пятна. Когда идут дожди, вот я уже рассказывала, почему я разрываю бутоны или вот эти вот штучки кроющие, надрываю его. Идет, например, ночью дождь, и здесь он наполняется водой. А с утра уже светит солнце, и даже если тут у меня сверху висит сетка, температура нагревается, и вот видите, тут я не трогала, и оно подгнивает. Ну, в этом случае оно подгнило, подсохло. Бывает, что просто рост сгнивает. Сгнивает, и очень жалко и обидно. Когда большой рост сгнил, подгнил. Да, тут вот я надорвала, и оно подсохло. Чтобы там вода эта высыхала. Влажность высокая. Если я так думаю, как в природе, да? В природе он может быть не так ровно стоит в горшочке, да, его никто не подвязывает. Он может быть где-то наклонен и вытекает. И если даже не вытечет и сгниет, никто там жалеть об этом не будет. А мне тут каждый цветочек на счету. Поэтому я их надрываю. Так, цветет. Вот она у меня второй раз. В прошлом году она цвела. Я ее, по-моему, забрала тогда с цветоносами. Надо поискать, какое то было цветение, даже для сравнения. Интересно. А, она не пахнет. И, по-моему, в прошлом году она тоже не пахла. Ну, зонтики такие интересненькие, природное я люблю, яркое. Видео ее, конечно, высветляет, она намного темнее, чем вот я в камеру вижу. У нее такой темно-фиолетовый. Сидит она у нас в чем? Она сидит, кстати, Людочка, если смотришь, в твоем горшочке. Вот она заслужила. Еще несколько стоят. Я в них только особенных сажу. Так, вот эта вот часть была та, что я привезла. И довольно-таки крупные, да, посмотрите. Кто-то из них в прошлом году цвел. Наверное, вот эта вот большая бульба. У меня выросли они намного меньше. То есть там у этого хозяина... Они получали вообще больше солнца, по-моему. Потому что я его котлеи, например, не котлеи, а ванды забирала. Они такие загорелые были. Все такие в пятнышке, веснушки. У меня эти веснушки почти все попроходили. Хотя я считаю, что я держу на хорошем освещении. Но тут, может быть, еще и подкормка была лучше, чем у меня. Да, какая здоровенная, почти в два раза. То есть вот откуда она цветет, вот до сюда вот. А здесь она цвела вот аж отсюда, да. И это тоже какая большая. Ага, вот начала видео снимать и смотрю, что-то я не докармливала, да, наверное. Не доливать не могла, потому что этот год был дождливый, по-моему, везде, во всем мире практически. У нас даже летом шел дождь, вернее, в августе, когда его не должно, когда он не бывает в августе дождя, скажем так, да. Но он шел аж две недели. В общем, вот такая вот котлейка. Если сейчас ее еще раз понюхаю.
Нет, у нее, по-моему, все-таки не ароматит она. Если у кого-то пахнет, то расскажите. Или, может быть, сейчас у нее аромата нет.